Всем привет! Очередной выпуск по восстановлению ВАЗ-2106 86 года. Значит, сегодня разобрался с проводкой, поснимал все вот эти вот ненужные провода. Тут разобрал. Автомобиль будет у нас, скорее всего, вот видите, все, все провода, все, короче, разбираюсь, что за релюшки. В общем, разбираю, снимаю лишние провода, там противотуманы, короче, всякую этот мелочь. Завтра также надо снять все дверные карты, то я уже начал разбирать. Внутренние обшивки салона, пороги снял. Также надо снять все фонари, молдинги. Видите, уже левую сторону разбираю потихоньку. Молдинг снят. Молдинг сарок снял, вот он. Также буду снимать сиденье, снимать ковер. Также демонтировал фары. Вот видите, фары снял. Сейчас эти провода надо будет изолентой замотать, чтобы они не искрили. Мало ли куда до автосервиса ехать. В общем, буду снимать все фары, все крепления. Вот они, поснимал эти фары. Вот внутри такая запись, PAL. Что это означает? Кто знает, напишите, для чего эта запись на плафоне. Немного их помыл от пыли. Снял подфарник. Надо его немного будет полирнуть. Вот эти очки накладки. Ну и фары. Это надо все купить. Новый. Также снял повторитель. Ну, он весь битый. Буду новый покупать. В общем, какие планы по авто? Значит, двигатель вот этот будет сниматься. Это двигатель 2101. Он не родной. У него номер по документам не совпадает. В ПТСе. Родной двигатель лежит в багажнике. Вы видели в прошлом видео. Родной двигатель лежит в багажнике. Скорее всего, родной двигатель 2103 буду капиталить. А этот 2101 двигатель, я, может, его продам. И эти деньги пущу, как сказать, на ремонт автомобиля. Тут тоже вот все поснимал. Также надо будет с правой стороны молдинг снять. Автомобиль будет перекрашиваться, где мятины будут выравниваться. Крыло меняться не будет заднее. Зашпаклюется, скорее всего. Также снял вот уплотнители дверей, они все какие-то ржавые, в общем, состояние не очень, на выброс. В общем, автомобиль ждет полная разборка. Также надо снять молдинг с крыши. Все, короче, косяки подварятся. Сразу скажу, я не специалист по тазам. Что-то я умею делать, что-то не умею. В общем, если вы там пишете, типа, дилетант, нифига не знаешь. Так что я не спорю. Невозможно все знать. Что я умею, то умею. Тем более разбирать автомобиль, это особого труда не составляет. Двигатель я тоже сам не буду капиталить. ВЦ на своей белой шестерке я полностью перебирал сам. Направляющий менял, клапана протирал. Шатуно-поршневой группой я не сталкивался. Тем более, лучше пусть сделает мастер, чем я. Вдруг я неправильно ничего не сделаю и, так сказать, только зря деньги потрачу. Вот такой получился выпуск. Такие вот новости по автомобилю. Спасибо, что смотрели видео, ставили лайки. Всем пока.